Пока у нас представление участников. Вадим Стрельцов на наших экранах, представитель Белоруссии, был серебряным призером Олимпиады. Нет, Вадим Стрельцов самый титулованный участник в этом весе. Тоже первая попытка, тоже был заявлен 161. Ну, не совсем привычные веса для Вадима. Обычно поднимает он намного выше. Фиксирует 161. Я действительно был, думал, что будет легче. Сейчас так чуть-чуть все-таки качнулся. Ну, я думаю, все-таки он временно выступает в этой весовой категории, так как обычно выступает он в категории ниже. Я думаю, в целях команды, возможно, он решил выступить именно в этом весе. Да. Не смог зафиксировать 167, и ко второму подходу вызывается чемпион мира 2015 года Вадим Стрельцов. Неплохо. Ну, молодец. Гораздо легче. Ну и приветствует публика Ираклий Чхеидзе, своего соотечественника. Тот же самый вес он заказал. Ну, сейчас много. 167. Вадим Стрельцов. 170. Вадим Стрельцов. Удержал вес, но... Надо еще подняться. Что скажут судьи? Засчитали. 2-1 засчитан вес. Так, и Дмитро Чумак спустился со 180 на 171. Верное решение, естественно. Это же слишком большой был запас, конечно. Нету. И так все равно первый. Да. При условии, что он поднимет 171. Итак, таблица по результатам рывка. Дмитрий Чумак 175, Вадим Стрельцов 170, Ираклий Чхеидзе. Да. 201 килограмм Вадим Стрельцов, Белоруссия. По результатам рывка был вторым, уступил Дмитрию Чумаку. Ну, Дмитрий Чумак заявил 220. Вполне возможно, что чуть-чуть снизится потом. Хорошо. Да, молодец. Промежуточное первое место. Кстати, Вадим фиксировал в этом упражнении 230 килограммов весовой категории до 94. Гроссмейстерский результат. Да уж. Да, хорош. Вот здесь чуть-чуть, нет, дожим. Дожал штангу. Здесь не засчитают. Тут да. Не смог зафиксировать вес. Но будет еще одна попытка. По результатам рывка Вадим Стрельцов был вторым. Сейчас пока на промежуточном третьем месте. Именно в толчке, что касается общего сводного результата, также второй. Ну, есть же, да. Хорошо фиксирует. 206.
Молодец. И выходит на первое место Вадим. 376 килограммов в сумме двоеборья. Ну, конечно, не те веса, которые мы привыкли видеть у Вадима. Федя, 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 стой, 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 стой. Молодец. Выстоял Вадим. Результаты по упражнению в толчке. 216 Дмитрий Чумак, 209 Самуил Гаспарян и 207 Константин Рева. Вадим Стрельцов, 206 и 4 место. Категорий стало больше, и многие сейчас смотрят. Председатель Федерации Беларуси Рыбяковский Михаил Николаевич, заслуженный тренер Республики Беларусь. Да, в начале в сумме двоеборья, а затем малыми медалями будет награждать. Итак, поздравляем Вадима Стрельцова с бронзовой медалью. Выиграл и рывок, и толчок, и, естественно, сумму двоеборья. Вот это была единственная медаль. Ну, а мы еще раз поздравляем Вадима Стрельцова. У него и малая медаль. В первом движении он стал серебряным призером. Ну, вот такое своеобразное первенство Советского Союза. На пьедестале украинские тяжелоатлеты –